где я повернула не туда, почему я живу в хрущевке. Архитектура, пляжи, природа. Как мне стыдно, что я никогда об этом не знала. Это же просто нелегально красиво, посмотрите. Только один маленький дисклеймер о том, что чрезмерное употребление алкоголя вредит нашему с вами здоровью. Но когда это является частью культуры, то тут как бы уже не скрыться и не спрятаться. И если вы не смотрели первую часть о чудесном городе Парачи, то вот тут вот прямо сейчас кликните, посмотрите, потом возвращайтесь ко мне сюда. Города Бразилии – это всегда большой выбор. Либо ты выбираешь архитектуру, пляжи, природа, водопады. И все в этом духе. Парачи есть все, это главное, что меня тут удивило. Вы всегда найдете огромное количество вещей, чем заняться в окрестностях Парачи. И одним из самых главных промыслов является нереально много домашних вот таких фабрик кашасы. Здесь прям все делают люди сами. Вот бочки, вот всякие вкусняшки, а вот драгоценная кашаса. Естественно, каждому туристу счастливы, это же деньги. Все дают попробовать, все наливают, разливают, вообще без вопросов. Накидаться на дегустации кашасы – это самое простое, что можете сделать. А это самое главное место, где волшебство случается. Прямо вот в этих баках делают прямо сейчас, разливают прямо здесь и прямо тут продают. Красота! Конечно, кашаса будет везде в Бразилии, ее везде, где угодно можно найти, но именно вокруг Парачи почему-то так исторически сложилось просто какое-то нереальное количество фазенд, самостоятельных хозяйств, где люди прям сами делают кашасу и продают ее. Поэтому город переполнен магазинами с кашасой. Кашаса! Вас с удовольствием всегда напоят. Пимента маликада. Ой. Я нашла друзей. Так, попробуем. О! Я покупаю бутылку. Где бы вы ни сделали фотографию, она будет офигенная. Просто город создан для фотосессий. Все, я ушаталась. Ребята, короткие поездки вообще не для меня. Я даже не могу понять, в чем там удовольствие. Каждый раз, когда я путешествую, у меня цель одна – почувствовать себя местной. Когда поездка состоит только из 3 дней, блин, ну я не успеваю всего этого сделать. И есть ощущение такое – не хватает. Самый страшный сон в моей жизни – это автобусные туры в Европу. Знаете, вот эти, когда 10 дней, 3 страны, и ты такой просто выбегаешь из автобуса, делаешь фотографию на центральной площади и сбегаешь обратно. Разве этого может быть достаточно? И с этой поездкой получилось как-то так. Como esse? Morar no Cidadech? Como Paraty? É muito bom, que é um lugar bem bacana, paraíso. И я aconselho quem os turistas de fora, quem quiser conhecer. Mas muitos turistas. Isso, tem muito, muita gente. E nem dificuldade? Não. Tchau, tchau. Вы знаете, на первый взгляд может показаться, что это какой-то туристический котел, в котором совершенно невозможно жить, но я пообщалась с знакомыми знакомых, которые здесь живут, и они совершенно счастливы, бразильцы. Туристы приносят деньги, туристы приносят чистоту и безопасность, поэтому люди здесь прям чувствуют себя отлично, и всем все очень сильно нравится. Я вообще в шоке. Как это прекрасно, и как мне стыдно, что я никогда об этом не знала. Это просто невероятно. Я сейчас расплачусь. В общем, собирайтесь в Бразилию, не забывайте про Парачи. Я пошла пить кашасу. И архитектура, кашаса, пляжи, фазенды, водопады. Вообще не понимаю, зачем еще куда-то ехать. Блин, у меня всего 3 дня, я хочу остаться здесь подольше. Бразильцы, мне нужна информация. Может, есть еще какие-то такие города, про которые я, то есть, вообще ничего не знаю, а они просто какие-то сказочные. Все, все мои объятия, я пошла изучать город. Это просто безумно красиво, я не могу.